Я благодарен своим предшественникам, благодарен всем категориям военнослужащим, офицерам, прапорщикам, солдатам, сержантам, что сохранено самое главное – дух. Вот эта десантная духовитость, вот этот настрой на конечный результат с победой и ни с чем иным, это ни за что не купишь, это не сделаешь за один день. Это или есть, или нет. Слава Богу, в ВДВ России это есть. И я горжусь, что мне оказана честь опять вернуться в войска и стать во главе, в том числе и совершая прыжок. Утром на площадке приземления воздушного десанта в Рязанской области погоду отслеживают каждые 10 минут. Сегодня особый день. На аэродром приехал новый командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Своей основной задачей он называет настоящее возвращение в ряды десантников. Для этого он надевает парашют. Боевой генерал, участник двух чеченских кампаний, совершит прыжок в... На борт самолета Шаманов поднимается вместе с обычными курсантами. Для них этот прыжок плановый. Кто последний заходит, тот первый десантируется. Самолет Ан-2 поднимается на высоту 800 метров. Генерал прыгает первым. Десантирование совершается на новых купольных парашютах Д-10. Вместе с курсантами Владимир Шаманов отработал стандартные упражнения на посадку в заданном районе и первым достиг земли. Драйв вообще неимоверный. Начиная с посадки в самолет и кончая вот прибытием сюда на сборный пункт парашютов. Я благодарен своим предшественникам, благодарен всем категориям военнослужащим, офицерам, прапорщикам, солдатам, сержантам, что сохранено самое главное – дух. Вот эта десантная духовитость, вот этот настрой на конечный результат с победой и ни с чем иным, это ни за что не купишь, это не сделаешь за один день. Это или есть, или нет. Слава Богу, в ВДВ России это есть. И я горжусь, что мне оказана честь опять вернуться в войска и стать во главе, в том числе и совершая прыжок.